Друг, приветствую тебя на портале обучения и саморазвития. Давай сегодня поговорим искренне, причем в первую очередь сами с собой. Наверняка ты во многом похож на меня самого. Человека, который хочет добиться успеха, покорить хоть маленькие, но настоящие вершины. И вообще сделать что-то поистине значимое в этом мире. Я тоже, как и ты, хочу быть в состоянии управлять своей жизнью, судьбой и, конечно же, творить свое будущее самостоятельно. Да, я знаю, это непросто. Бороться со своими слабостями, ленью, которая въелась в тебя изнутри. А главное, с банальными вредными привычками, которые сводят на нет почти все твои таланты и преимущества. Но все же однажды, наверняка, как и я, ты уже осознал, что не совсем такой же, как большинство окружающих. Ты хоть и немного, но все-таки уже смог вырваться из стены повседневности, приподняться на цыпочках чуть выше большинства и заглянуть немного глубже, чем обычно заглядывают внутрь себя другие. Посмотри, сила, мудрость и уверенность – это же ты. Причем не только в будущем, но и уже сейчас, если хоть немного продолжишь раскрывать свой потенциал. Ведь это уже ты когда-то не побоялся взглянуть в глаза страху, пойти на риск и начать развиваться, двигаясь в неизвестное будущее. Ведь это у тебя в голове уже давно есть идея, которая, пускай хоть и немного, но могла бы реально улучшить этот мир. Ведь это именно у тебя есть мечта, которую ты все собираешься поставить себе за главную цель и вот-вот начать все активнее ее воплощать в реальность. Но почему же ты все еще делаешь это даже не в полсилы своих реальных возможностей? А помнишь, как однажды ты уже боролся и победил свой страх перед движением вперед? Как однажды ты уже сказал «нет» своему осторожному внутреннему голосу, постоянно твердящему «а может, ну его, давай жить как все». Вспомни и признайся себе, ведь нередко в жизни бывали моменты, когда я осознавал, что если захочу, то смогу практически все. Что если начнешь уверенно и целенаправленно действовать, идя навстречу своей мечте, то мир вот-вот начнет меняться, а вселенная помогать тебе во всех твоих начинаниях. Это чувство мелькало и исчезало из твоей жизни уже не один раз. Конечно же, пока этого мало, чтобы в одиночку сделать что-то действительно большое и настоящее. Но даже эти, пусть и небольшие, но такие ценные проблески осознания сейчас приходят далеко не ко всем. И самое страшное, что если ты так и не начнешь действовать, не рискнешь взглянуть на свои, казалось бы, маленькие возможности и таланты, а будешь продолжать жить как все, то рискуешь потерять даже это. Да, ту самую искру жизни, надежду и настоящую живую мечту, которая и определяет тебя самого. Которая отличает тебя от скучного биоробота без своих стремлений и желаний. Признайся, ты ведь и сам давно догадался, что если так и продолжишь бездействовать, бояться ошибок, чужого неодобрения, косых взглядов и шепота за спиной, то совсем скоро пути назад, а вернее вперед, для тебя уже не будет. Ведь жизнь такая интересная штука. Если ты не предпринимаешь попыток выбраться из этого болота, то по факту все больше и больше в него погрязаешь. А что тогда? Неужели ты так и собираешься всю оставшуюся жизнь ходить по кругу, как уставшая лошадь, без сил, а главное желание сделать настоящий большой шаг вперед? Остановись, хватит прожигать свою жизнь, как будто у тебя, как и у кошки, их 9 или даже больше. Глупо рассчитывать, что по-настоящему ты реализуешься только в некой мифической следующей. Поэтому действовать, конечно же, надо уже сейчас, а по-хорошему нужно было вчера. Ведь ни я, ни ты не знаем, сколько нам еще отпущено минут, часов, дней или десятилетий на этой земле. Конечно же, никто не знает, наступит ли его завтра и каким оно будет на самом деле. Поэтому, если ты хочешь достичь чего-то важного, то начинай делать это прямо сейчас. Ищи свою идею, мечту и настоящую цель. Возьми на себя ответственность за реализацию этого самого важного проекта жизни, твоего же собственного развития. Реши для себя в конце концов, что сам сделаешь свое будущее таким, каким оно должно быть. Да, несомненно, будет трудно, но так и должно быть, ведь именно этот труд и воспитает в тебе настоящий характер и несломленную волю. А главное, покажет, достоин ли ты того будущего, о котором мечтаешь. Поэтому не теряй веры. Даже если станет по-настоящему тяжело, продолжай двигаться только вперед. Двигайся даже когда мотивация упадет до нуля и начнут опускаться руки. Ведь так и должно быть. Ведь именно так этот мир и будет проверять твою волю снова и снова, пока ты не добьешься успеха или же не признаешь поражение и откажешься от своей мечты. Поэтому наберись терпения и выдержки. Будь готов к неудачам.
Да что там, будь готов к сотням неудач, тысячам трудностей и даже миллионам падений в самую липкую грязь. Но когда ты действительно будешь готов ко всему, вдруг окажется, что ничто не в состоянии сбить тебя со своего истинного пути. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!